добрый вечер. Я вас вижу так, отлично, очень хорошо. Спасибо, что вы приехали. Спасибо за возможность совместно сегодня созидать музыку соу. Я предлагаю сразу начать с очень приятных ощущений, эмоций. Я предлагаю поздравить клуб Алексея Козлова с новым открытием. Ура! Позвольте, пожалуйста, отдельные аплодисменты потрясающей команде клуба и, конечно же, нашей для чести совести музыкантов, резидентов. Арая Кокопян, отдельные аплодисменты. Алексей Козлов, я, конечно, волнуюсь, даже скрывать не буду, потому что, у нас сегодня есть, например, премьера новых песен, и мы сегодня играем, поем именно соул-музыку, мы ее очень любим, этим мы объединяемся. Начну я с представления моих дорогих, любимых друзей. Итак, посмотрите, какой кабинет роскошный, мастер, пианист. Тём, меня будет не слышно, да? Дмитрий Лукин, рояль, клавишник! Сольный проект, вы всегда сможете любоваться его сольными концертами, следите за афишами. Вот, Дима, это нечто, космос отдельно. Мой дорогой друг, спасибо, Тём. Дмитрий Рыбалов, под гитару! Давний мой друг, тоже, кстати, основатель проекта «Кош бай Кош», вы можете тоже следить за афишей. Вот, и наш огонь, наш горячий, прекрасный, неповторимый, наш дорогой Артём Федотов, барабаны! Расслабленная атмосфера, но это все от любви к вам и от волнения, да. А теперь, конечно же, позвольте вам представить замечательных вокалистов. Я их очень люблю, с огромным удовольствием пригласила. Благодарна, что все ребята согласились сделать сегодняшнюю программу. Итак, я начну представлять. Анна Усова! Это мама госпел в России. Вот эти ваши мощные. У нее хватает порядка держать форму, заниматься этим. Она умница, она настоящий такой вот... продвигатель. Так, дальше. Александра Черноусова. Вот она. Он мастер вокальный. Да. И у нее сольный проект. Смотрите, все здесь ребята, все выступают с сольными проектами на сцене клуба Козлова. Итак, я приглашаю на эту сцену Эмиль Гард. Поприветствуйте. Это вот наш универсальный вокалист. Будет с оркестра 2.0, Антоном Ворониным тоже скоро, в июле, все следите. Дальше я приглашаю на эту сцену Сафар Мирзоев! Точно так же, универсальнейший вокалист, поэтому я восхищаюсь, и мне сегодня практически нечего делать. Нет, Тёмчик, подожди, а как же самое вкусное? Также самое вкусное, тексты у меня кверх ногами, но я, скорее всего, не буду в них смотреть. Мы начинаем с приветствия, с песни, которая называется «I want to see your smile». Thank you.
страху, которая, конечно же, прячется от меня. Я все равно сейчас узнаю. Да. А вторая песня у нас совершенно новая, дорогие друзья. Сейчас у нас, да, будет новая песня, они мне будут подсказывать. Да, у нас сейчас будет новая песня. Она называется «Everyday with you». Thank you.
сегодня, и, конечно же, мы готовились, конечно же, мы волнуемся. И, конечно же, мы вместе с вами созидаем музыку Soul. О, боже мой, у нас есть, да, такая вот песня. Да, есть такая песня, которая называется You Will Fly With Me. Don't go in my life, 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 don't go in my life.
спасибо, дорогие друзья. Мы продолжаем, и сейчас снова новая песня. Вы вообще как себя чувствуете? Да, теперь мы хотим вас слушать, пока у нас пауза, да? И все-таки, как вы себя чувствуете? Отлично. Песня называется «What could be more than love?» Что может быть важнее любви? Yeah.
Bye.
Thank you.
Thank you.
полете. Еще попойте.
Спасибо.